Всем здорово, народ! Вы на канале Бублик Channel, и сегодня у нас с вами продолжение путя, или пути, я опять забыл, как правильно, Доширона. Доширона, пути, скорее всего, да, продолжение пути Доширона. Вот, давненько его не было. У меня есть хорошие новости, прежде чем мы начнем, но для начала, ребята, проект МТА Провинция, ссылка будет в описании, переходите, регистрируйтесь, скачивайте, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и писать комментарии о том, какая эта рубрика классная, потому что мне нравятся такие комментарии. Бублик 500 тысяч, я, конечно, иду. Вот, уже игра давай. Подходит, сейчас мы, значит, припаркуем наш хэппи-пятый. Кидай. Короче, ты кидай сначала. Сейчас он мне пока кидает, я должен рассказать, что... Капец, как много людей, как громко. 500 тысяч, изи 500 тысяч надо взять? Ко мне, в кармашек, вправо. Ладно, все, больше там не играю. Теперь у нас немножечко мои вот хорошие новости. Я извиняюсь. Бублик, привет. Мои хорошие новости, здорово. Мои хорошие новости стали... Я договорю сегодня! Мои хорошие новости стали чуть хуже, потому что на стриме мы подняли с вами банк Доширона, банк Доширона, банковский, ну короче, вы поняли, до 14 миллионов рублей. А сейчас этот банк стал 13,5 миллионов рублей благодаря одной моей катке. Так, ребят, мне нужно играть, поэтому я вас всех приветствую, я пошел. Вот, я пошел, мне нужно, я хочу играть, я хочу. Кто? Я один кака, я. Я сразу же, давай, просто идем. Сразу же. Если мы сейчас 1 кака сливаем, то я начинаю потихонечку подниматься. Если 1 кака поднимаю, продолжаем в том же духе. Хан 001, кстати, прикольные номера. По стандарту, по традиции, нажимаем, когда будет полосочка на буквике О, и выигрываем эту катку на изичах. Ну, или иду-ка я нахуй. Ладно, будем подниматься потихонечку. Давайте 200 кака, 100 кака. 200, зато я выиграл. А на 500 кто? Оскар. Кто такой Оскар? Продал, пошли на 500. Блин, о, погнали. 200 я выиграл. 200 я выиграл. Сейчас мы идем на 500 с чувачочком. 500 кака. Давай, отдай деньгу. Да почему я 200 выиграл, а, блин, 2 миллиона проиграл? Че за фигня? Надо срочно большую ставку. О, и таких я люблю. Я таких люблю, которые... А, кидай. А, пофиг мне. Это хорошо, давай себе деньгу. О, еще. Ну как хочешь. А кто играет на мульон? Так, сейчас мы должны августа переиграть и уничтожить. Вернуть свои, ну хотя бы лямчик вернуть из всего проигранного. Дай сюда 500, быстро! Ладно, все. Я понял, что когда кричишь, не работает. Это херня кричать. Надо спокойно, наоборот, надо спокойно, и тогда будет вести. Тогда будет вообще отлично. Я иду играть, давайте. Оскар, у него голос милый, он мне будет проигрывать. У него голос хороший. Бомжи, ну, сейчас, подожди, вот теперь мне шуха кидают. Кто на 200 тысяч? Сколько я уже потратил? 2 миллиона 300 тысяч. Заебись. Сейчас попробуем по старой схеме, потихонечку, помаленечку. По большим ставкам можно будет... Так, кто хочешь. Так что сейчас будет жопа. Так, 250, играем. Поднимаем, естественно. Естественно, спасибо. Вот бы сейчас на лям сыграть. Так, ну это изи. На О! Сюда! Хороша. Сейчас немножечко по мелочевке сыграю. Чуть-чуть вот это вот собью, пойму чуть-чуть всех схему, потому что я на самом деле глупость сделал, что с самого начала пошел на крупные ставки. Вот, вообще изначально нужно разыграться, чтобы понять систему, потому что есть момент, когда ты уже начинаешь чуечку ловить. Вот, пока что я ее не ловлю, и поэтому все плохо. Сейчас нормально пойдет. По 50, по 100 кто идет? О, Ярослав Купоны. Давай. Ярослав Купон. 50 тысяч. Дай сюда деньгу. Ну вот, опять же, вот по мелочи не страшно проиграть. Вот желательно 4 раза проиграть, вообще будет хорошо. Давайте еще 50. Давай 4-й забери меня. 3-й. Вот 4-й заберет, вообще будет четко. Бублик, кто? Давай монетку на твой канал. Давай. А че мне померить-то, блядь, давай. Ну, давай, я думаю, 100 тысяч будет равноценно. Блин, вот, если я сейчас сливаю на 50 тысяч или на 100, я, даже если выиграю, я следующую иду на 500 на лям. Сотка? Да, давай. Вот, если солью, вообще заебись. Если выиграю, то будет на такое. Отлично, вот сейчас 4 подряд я слил. Так, на лям кто-нибудь идет? 1,5 миллиона кидаю тебе. Так, а че? 5. А вы знаете, а он-то не знает, я 4 раза подряд слил. Ну, пожалуйста, ну, пусть 5-й будет выигрыш. Сюда! Сюда! В кармашек! В правый залетело! В правый! Вот в этот, который у меня есть.
В итоге, по сумме всех игр, я в плюс 200 тысяч шел. На 5 миллионов? Конечно, пойду. Конечно. Давай, кидай. А сейчас, ребят, если я выигрываю 5 лямов, мы заканчиваем этот видос. И все. Если я проигрываю, я просто возвращаю свои 5 миллионов. Как бы, знаете, я даже на О не буду ждать, я просто на И нажму, и мы посмотрим. Еще пойдешь? Кто выиграл? Сказочный долбоеб. Пошли, я деньги сниму и пойду. Давай я тебя довезу. Давай. Как я умудряюсь поднимать бабки с такими катками, я просто не понимаю. 200 тысяч, которые я выиграл, кстати, вот они остались. Мы в минусе на 5 лямов, кстати. До скольки я могу снимать? До 66 могу снимать. Насколько ты хочешь, Адамс? Вот так, все. Это весь банковский. Давай пару каток по ляму сыграем. Не. А поскольку? Давай одну здоровую и все. Ой, извиняюсь. Это какую? Не надо. А? Это какую? Ну, насколько ты готов? Ну, я хочу, ну, блин, чуть разыграться хотя бы. Да ты ж играл там полгода, я ждал пока. А ты не играл там, да? Я стоял, я кричал 5 кг и все. Ну, нет, хорошо, на сколько ты хочешь? А? Да не, на сколько ты хочешь? Последний мой 33. Я вообще на любую. Вообще на любую? Ну, практически. Это что, на 40 миллионов? А ты пойдешь? Нет. На 20 кто? Блять, такая заманчивая хуйня на 9 лямов пойти. Такая заманчивая хуйня пойти на 9 лямов. Че, Адамс? Ну давай на 3. Зачем я на это подписался, скажите? Ну, на 2,5 иду. Кто идет? Давай на 500. Почему на 500? Давай на 600. Да не надо. Ну, у меня осталось, я тебе сейчас скажу сколько, у меня осталось 6 миллионов. Вот могу вот. А, и ты хочешь на 6? На 2 идешь? Ну, могу на 6. Димон, подожди. Сука. Не, давай на 3. Давай на... Ну, давай. Кидай. Ну, давай. Не, давай я кину теперь. А я уже кинул. Давай на О, на О. Ай! Давай, я уже думал, пиздец. Кто на сколько? Ты хочешь меня трахнуть, да? Ну давай. Все, пан или пропал? Ребят, я честно, вообще, без зазрения совести. 9, так 9. Все. Просто 100% 9 миллионов. Попробую сделать это на О. Молчанка. Сюда! Просто сюда! 9 лямов! Ребята! Вы просто в плюсе в таком жестком! Ебать! Ебать! 18 миллионов! Почти 19 миллионов в банке Широна, ребята! 18 600 в банке Широна! Жесть! Я просто такой слив сделал! Сначала 5, потом еще 3, 8 лямов в минусе был, и по итогу мы с вами 18! В этом ролике мы подняли 4,5 миллиона! 4,5 миллиона! Это все! Это конечное! Дальше нет. Все, сегодня точно нет. Не. Брат, сегодня конечная. Короче, вообще, ребят, налетели на меня тут такие. Давай играть. А я меру знаю. В этом ролике мы с вами ушли в плюс на 4,5 миллиона. Я думаю, это просто, ну, это лайк однозначно. Я надеюсь на ваше понимание, ребят. Надеюсь на то, что вы поставите лайк, подпишитесь на канал. Это очень важно. И напишите свой топовый комментарий. Обязательно напишите свою реакцию на этот видос. Мне будет очень интересно ее почитать. Это было очень жестко, ну а я на ваших глазах буду класть этим 18 миллионов банк. Напомню, что 66 миллионов это мои бабки, все остальное, все, что я выигрываю в монетке, это бабки, которые я использую для монетки. Ну, я думаю, тоже понятно. Так, все, закидываем. У меня получается в этот раз будет здесь уже 84 миллиона. Вот так. Все, да, 84 миллиона. 500к я сниму.
Вот, но мы-то знаем с вами, что 18 миллионов 670 тысяч, по-моему, если не ошибаюсь, да? Короче, округляем 18 миллионов 700 тысяч. Я всегда округляю чуть-чуть в плюс, потому что у меня там тут мелочь, там мелочь. 18 миллионов 700 тысяч у нас с вами в банке Доширона. Ребят, надеюсь на ваш лайк, подписку. Переходите на проект НТА Провинция. Всем до встречи, всем пока-пока.